давай, давай, аккуратно. Вот, вот эту тетя. Я же ничего против не имею. Ой, простите. Не за что. Да. Тетенька, вот это. Все, помогите женщине. Отходите в бок, сейчас буду закрывать. А моя. Все, готовы? Да. Поехали, поехали. Поехали, газуй. Ты как? Газуй. 300. Все, 300 нога. Жгут. Газуй. Жгут, говорю, давай. Давай, перемяну. 300 нога, все. Газуй. Все, навали. Уходим. 300. Василий, на тебе еще жгут. Разматывай быстрее, чуть-чуть назад. Разматывай. 300. Держи. Я держусь, Саныч, нормально. Тихо, Вася, не лезь сюда. Не лезь сюда. Давай, 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 давай. Крути, крути ногу, крути ногу мне. Кручу выше. Мне надо выше, она у меня икра. Да выше, выше. Поворот. Выше надо. Прямо не пойдем? Нет, нет, все, уходим. Держитесь. Уходим. Давай. Затягивай. Только крепко тяни, Вася. Крепко тяну, Сан Саныч. Тащи, родной. Что-то у нас не произошло. Тащи, родной. Сан Саныч, родной. Вася, терпи. Держись. Терпи, родной. Да, Руся, ты как? Все, крути. Вася, хорош, я же буду этой ногой же газую. Сильно не затягивай. Да, вот. Надо затягивать, Сан Саныч. Сильно не надо. Я пересяду. Нет, говорю, сильно не... Нет, все, не трогай. Уходим, все. Сан Саныч. Держись. Просто держись и все. Все, все нормально. Все, 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 Вась, Вась. Да, я сейчас... Не можешь не сезнуть? Нет, не могу. Сейчас, сейчас. На ДК не едем, едем сразу на больничку. Давай. Вася, отзвонишь на шефу. Была бы не броня, было бы мне. Да. Смотри. Да. Да, повезло, брат. Да, вроде так. Перелазь назад. Даже я не понимаю, как у нас колеса целые. У нас двое 300-х. Ноги. Едем в больницу. Все, все живы, нездоровы, но все будет хорошо. А зараз мы идем до наших белых янголов, які під час евакуації були поранені, поряд були взриви. Зараз вони знаходяться в лікарні, ми їх прийшли провідати. Да не коліни, це братик родні. Все нормально, все, що? Та забив. Все, все, біги. Хорошо. Давай. Все, хоняється. Я вечором. Про евакуацію гражданського населення в городі Мар'їнка, Первомайка. Поднялись на адрес, забрали двух человек, которые вышли на сюда поближе, где меньше обстрела. Пожилые люди, предпочтение было их забрать, так как они не могут сами передвигаться. Мы выдвинулись на один адрес, забрали и выдвинулись на второй адрес. При отъезде с места непосредственно как бы обстрелов не было. Был только там один, а было слышно один выстрел далеко, а потом обстрелов не было и сразу произошел взрыв. Водитель получил сечение ног, я находился сбоку, получил сечение осколочных ног, двух ног. Из-за того, что были на броненном транспорте, залышился ЖИ, продолжили свой напрямок, гражданские люди не постраждали. Якби наші люди цінили життя тих людей, хто їх евакуює, тому більше ми зробили для них. А так тепер приходиться лікуватися, а потім будемо їх знову евакувати. Дзвонять на евакуацію, ну так як іде обстріл, ми їм пропонуємо залишатися в сховищах, так як обстріл не прекращається. Якщо обстріли прекращаються, ми їм пропонуємо передвигатися в більш безпечні міста. Для цього є евакуаційні групи, також вже засновані на місцях. Скільки вже людей ви вивезли за вашими підрахунками? Ну, там 1400 з чимось. І діточок із них багато? Дітей дуже багато. Дітей багато, так як виїжджають діти, матері з дітьми виїжджають, так як не залишають їх. Хорошо заснували ми Білого Ангела, так що він продовжує далі робити.